Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Хотела вас познакомить с глинкой крымской, белой. Она имеет слегка кремовый оттенок. В некоторых местах соленая. Меловая структура. Пачкает руки. Не твердая, мягкая. Сразу можно отломить легко. Называется пористая. Мне понравилось. Ставим лайк. Всем хорошего настроения. Смотрим следующее видео.